Բաքվում ցնծում են Իրանի ագնախարարի հետ ասուլիսին Լավրովը բացեց բոլոր խաղակարտերը։ Բաքվի ոչ պաշտոնական խոսափողը անդրադարձել է Մոսկվայում ՌԴ և Իրանի ագնախարարների համատեղ ասուլիսին։ Այն վերնագրելով ինչպես Սերգեյ Վիկտորովիչը պոկեց Աբդոլահյանի փոչը։ Ասուլիսին նախորդող իրադարձությունները Պուտին-Էրդողան համաձայնությունները, Բաքվի ուղղությամբ Իրանի կոշտ հայտարարությունները, ինչպես նաև սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունը վկայում էին, որ վճռական խոսակցությունը պետք է տեղի ունենար Մոսկվայում։ Եվ ոչ միայն այն պատճառով, որ Մոսկվան այսպես կոչված երրակողմ համաձայնությունների երաշխավորն է։ Բաքվի ոչ պաշտոնական խոսափողը Կրեմլի քարոշչության օղակներից մեկն է և համակարգվում է Կրեմլից։ Վերոհիշյալ անդրադարձնել այդ շարքից է, մինչ հայ քաղաքական և մեդիա-փորձագիտական շրջանակները ընկղմված են թուրք-ադրբեջանական ոչինչ չասող սխեմայից բխող անհեթեթություններում, Լավրովը Աբդուլահյանի հետ ասուլիսում բացել է բոլոր խաղակարտերը։ Մասնավորապես 3+3 ձևաչափի և Հայաստանի Հանրապետության արտատարածքային միջանցքներով մասնատելու ծրագրերի հեղինակային իրավունքը և գլխավոր շահառությունը։ Աջակցություն հայտնելով Բաքվին Իրանի հետ լարվածության, Կասպիցի խնդիրների և Վահաբեկիչների ու սիոնիստական ռեժիմի ներկայության հարցում, Լավրովը հաստատել է նաև այն պնդումները, ըստ որոնց Մոսկվայի ռազմավարության մեջ Բաքուն հայկական և իրանական ուղղություններով քաղաքականության պրոքսի գործիքն է։ Բաքվի բոլոր քայլերը ոչ միայն համաձայնեցված են Մոսկվայի հետ, այլև առաջնորդվում են Մոսկվայից։ Բաքուն ռուս-թուրքական երրակողմ համաձայնությունների շրջանակներում չի անում որևէ քայլ, եթե չունի Մոսկվայի հավանությունը և առաջնորդությունը։ Հենց Մոսկվայի Ալիևը չի կարող հարվածի տակ դնել 25,000 զոհերի և այլ խոշոր կորուստների գնով ստացած իր հաղթանակը։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Боевики попытались уничтожить район с сирийскими ЗРК-С-300. Турецкие боевики предположительно атаковали позиционный район сирийских ЗРК-С-300. Поддерживаемых Турцией боевиков подозревают в попытке атаки на позиционный район сирийских ЗРК-С-300, расположенный недалеко от Масьяфа. Поводом для обвинений террористов в атаке стало странное стечение обстоятельств. Примерно в 5 километрах от позиционного района ЗРК-С-300 ПВО Сирии начался мощный пожар, хотя природная его причина практически полностью исключена. На представленном изображении можно увидеть, что пожар быстро распространяется практически по всем направлениям, в то время как всего лишь в 5 километрах от его очага находится район развертывания ЗРК-С-300. Фактически комплексы не мешают боевикам, но их наличие на вооружении сирийских военных препятствует Турции использовать свою авиацию в случае полномасштабной военной операции САА, России и Ирана в Идлибе. По ряду предположений, боевики вполне могли запустить небольшой беспилотник над горной местностью, который сбросил небольшой боеприпас, ставший своеобразным детонатором для начала крупного пожара. Известно о том, что сирийские экстренные службы, в том числе и при помощи военных, пытаются ликвидировать мощное возгорание. Версия о вероятной диверсии боевиков официальных комментариев не получила. В последнее время между Азербайджаном и Ираном возникла напряженность. В связи с иранской торговлей с Арменией и военными учениями в регионе, напряженность возросла в последние недели, после того, как Азербайджан начал штрафовать и арестовывать иранские грузовики, а Иран перебросил военные силы на границу с Азербайджаном. В августе Министерство иностранных дел Азербайджана пригласило посла Ирана в Азербайджане в связи с нежелательными фактами, касающимися того, что оно назвало незаконным проездом иранских грузовиков в Карабахский регион, без разрешения Азербайджана. Грузовики, которые везли топливо и другие материалы, ехали по дороге между армянскими городами Капан и Гарис, которая частично проходит через территорию, переданную Азербайджану, после войны в Нагорном Карабахе. В прошлом году это шоссе связывает Армению с Ираном. Задержание азербайджанскими военными иранских грузовиков, следующих в Карабах, вызвало гнев Ирана и было воспринято его руководством как вызов. Иран со своей стороны заговорил не только о действиях Азербайджана в отношении его граждан, но и о недопустимости роста израильского влияния на его границах. Киумар Скидари, командующий сухопутными войсками иранской армии, объявил, что учения под названием «Покорители Хайбара» начнутся на северо-западе Ирана, на границах с Азербайджаном, чтобы проверить вооружение и технику и оценить готовность вооруженных сил на любом театре военных действий. Вдоль границы Ирана название учений является отсылкой к битве при Хайбаре, в которой мусульмане во главе с пророком Мухаммадом сражались с иудеями и в итоге одержали победу. Дело в том, что Азербайджан тесно сотрудничает с Израилем, закупает у него высокоточное оружие и является вторым по значению импортером продукции израильской оборонки. Первая — Индия. Кроме того, иранцы считают, что в Азербайджане могут находиться объекты, связанные с разведывательной израильской деятельностью, направленной против Ирана. Иран и Израиль пребывают в состоянии вялотекущего вооруженного противостояния, время от времени предпринимая друг против друга точечные силовые действия,
включая атаки на танкеры и другие суда, убийство ученых, физиков-ядерщиков в Иране и так далее. Теперь и Азербайджан может стать ареной их противостояния. Но главная причина напряженности на Иро-Тильдано, азербайджанской границе, заключается в резком усилении Азербайджана-турецкого блока на Южном Кавказе после Второй Карабахской войны. Дело не только в том, что война закончилась поражением Армении. Турция и Азербайджан подписали Шушинскую декларацию. Договор о взаимном сотрудничестве, политическом, экономическом и военном, армии обоих государств постепенно интегрируются. Поэтому Иран обеспокоен усилением турецкого влияния в регионе. В настоящее время Азербайджан оказывает давление на Армению, требуя подписать договор о делимитации границ и признать Карабах азербайджанским. Руководство Армении отказывается это сделать. И между странами продолжается вилотекущий вооруженный конфликт. В этих условиях более сильный в военном отношении Азербайджан может предпринять различные действия, принуждающие Армению к выполнению его условий. Аналитик из США Рик Розов заявил, что Польша призывает НАТО нанести удар по Калининграду в отместку за «Северный поток-2». Американский военный аналитик Рик Розов заявил, что в Польше призывают своих союзников по Североатлантическому альянсу приступить к решительным действиям в отношении России. Об этом он рассказал в своей статье для портала Antebellum. Эксперт отметил, что ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что Россия является главной угрозой для Европы. Розов напомнил, что, по мнению польского министра, всем партнерам по НАТО необходимо выступать единым фронтом. Например, регулярно вносить членские взносы в организацию. Также, по словам Рика Розова, глава военного ведомства Польши говорил, что альянсу нужно увеличить военную помощь Киеву и Вильнюсу для проведения будущих маневров. Американский аналитик отметил, что в этом году Польша, Украина и Литва провели совместные военные учения «Три меча» 2021, которые были направлены на поддержание безопасности в Восточной Европе. Об этом сообщает сайт «Политрассия». Рик Розов уверен, что в предстоящих учениях эта троица будет отрабатывать полноценный боевой поход на Калининградскую область. Он пояснил, что Польша, Украина и Литва являются противниками российского газопровода «Северный поток-2». Этот проект сильно бьет по экономическим интересам этих государств. По мнению Розова, польский министр Блащак фактически призвал партнеров по НАТО нанести удар по Калининграду в отместку за «Северный поток-2». Ранее сообщалось, что глава Минобороны Польши Блащак обвинил Россию в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе. В ходе проведения Варшавского форума по безопасности глава Минобороны Польши Мариуш Блащак выступил с обвинениями в адрес России по ухудшению ситуации с военной безопасностью в Европе. Согласно его мнению, это связано с проводимой РФ политикой строительства военной мощи, сообщает РИА Новости. Непосредственные угрозы, применяемые во внешнеполитических отношениях, как и другие формы тестирования нашей обороноспособности, которые, к сожалению, стали новой нормальностью для окружения России. Рост военной силы в Западном военном округе, в районе Балтийского моря, также в районе Черного моря и Арктики, которому сопутствует все более продвинутый комплекс гибридных техник, приводит к все более сильным вызовам для безопасности в Европе, пояснил министр национальной обороны Польши собравшимся на форуме военным обозревателям. Также анализируя недавно прошедшие совместные стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021», Блащак назвал их явной демонстрацией военной силы России. В завершении своего выступления глава польского военного ведомства призвал руководство стран-членов НАТО вносить посильный вклад в обеспечение общей безопасности Европы. При этом он подчеркнул, что Польша не только сохраняет траты на оборону на уровне 3% ВВП, но и в ближайшем десятилетии планирует повысить финансовые расходы на оборону еще до 2,5%.